Привет, с вами Юлия Поспелова. Сегодня я хочу вас познакомить со своей комнатой-мастерской. Она обновленная после ремонта. Очень ждала этого момента. Ремонт довольно сделала быстренько, за неделю. Но очень дольше даже не сколько ремонт был, сколько нужно было все разложить, перебрать, лишнее убрать. Вот, поэтому покажу, как у меня в итоге все получилось. Вот кирпичная кладка, я сама ее делала с помощью гипсовой штукатурки. Вот. Кстати, в этой комнате живу не только я. Еще и крыса у нас тут живет, Герман. Крыс, вернее. Ну, осталось, конечно, немного плинтуса. Тут немножко потолочный доклеить. И люстр, кстати, поменять на абажур. Вот он стоит, кстати, серенький будет у меня. Так, ну вот, давайте по порядку тогда начну. То есть у меня небольшой диванчик. Вот. Полочки с моими работами любимыми. Вот видно мои домики, лесной домик и грибной. Тут у меня джентбук ведьмы, холсты, странички. Вот. Ну, начну по материалам рассказывать. Здесь у меня коллекция моих ножей. Здесь какие-то даже еще не распечатанные даже. Леди Баг, Крапман, Фэнтези, Мимикат. А, здесь новенький ножик. Всякие разные. Да, все, кстати, мои знакомые скрайперы говорят, что я магнат ножевой. Так, мои инструменты. Ну, здесь такое все необходимое. Клей, ножницы и так далее. Моя коллекция примы очень маленькая, но я очень рада, что она у меня есть, так как я не так давно, в принципе, обзавелась ею. Скрапега, Линдис. Большинство, вот видите, Гесса, медиумы, Джесса, наверное, по-английски правильно. Я-то немецкий учила, поэтому не знаю. Грунты, текстурные пасты, фабрика декору. Кисточки. Здесь очень много карандашей и ручек черных гелевых, потому что я очень много рисую. Вот такой мой планер небольшой. Так, что у нас наверху? В этих коробочках я не буду что показывать, потому что там сейчас еще все намешано. Так, вот здесь у нас чипы. Кстати, для моих мускаринок. Мы с ними недавно разговаривали и хвастались, у кого сколько чипа. Я говорила, ой, неужели я единственный бомж? Да, девочки, я бомж. Посмотрите, у меня всего лишь... Чипов всего лишь вот. Все, больше нету. Как-то так. Тут у меня спрей. Спрей в основном фабрика декору и мистер Пейнтер. Здесь коробочки у меня, цветочки ручной работы. Покажу, что в тумбочках у меня. Ну, здесь штампинг, эмбоссинг. Штампики разные. Симдотс, Скрапвелл. Очень любимые штампики Скрапвелл. Здесь даже вот есть один мой дизайн. Остальные просто немножко припрятаны. Это авторская коллекция была Юлии Поспеловой. Так, как-то вот так вот они у меня здесь живут в тумбочке. Дальше у нас... Ну, здесь у нас
всевозможные топпинги. Здесь у нас цветочки. Здесь прима. Тоже прима. А здесь цветочки ручной работы. Тканевые из магазина скраб-товары. Такие цветочки. Ну и, конечно же, Таиланд. Так, здесь у нас красочки. А здесь, кстати, штампы сейчас покажу. Такая книжечка. Тут различные штампы. Вот, кстати, говорила об авторской коллекции, которая... Вот они, мои штампики. «Мир разумных микросхем» коллекция называлась. Вот тоже в такой виде глаза. А лампочки, еще один глазик. Вот и все. Так, дальше у нас тумбочка. О, здесь у нас трафареты. А, трафарет недавно попал мне в руки от Марины Зайцевой. Вот такой Атабе Студио, очень классный. Кстати, покажу, где я его применяла, по-моему, вот в этом холсте. Такой трафаретик. А, очень много трафаретов от Мускари. Всякие разные. Ну, а тут так, по мелочи. Сухие красочки. Дотсы. Так, дальше поехали. Так, я не буду показывать, что тоже тут в коробках, тут очень много чего, тут еще много что от ремонта. Здесь у меня дизайнерский картон, пивной картон. Так, здесь корзиночка. Корзиночка у нас с разными штучками. Рамочки, лампочки и так далее. О, здесь у нас тычинки. О, это мой незавершенный еще пока проект. Кстати, кто видел у меня в ленте, есть подобный альбомчик. У меня будет такой же практически альбомчик, только немного с морским уклоном. Так, что у нас тут? Всякие железки, всякие дыроколы. Здесь у нас тоже всякая всячина. Ой, ну в коробках здесь тоже много всего. Здесь переплетные материалы, картоны, двухсторонний скотч, бумага, дизайнерский картон. В общем, всего понемножку. Здесь у нас вот такие различные железки для шкатулок. Это здесь ручки. И так далее. Моя горем убитая машинка, которой я отломила ручку. Так, здесь мои рисунки. Здесь ткани. Ленты. Вот так. Переплетный материал, здесь кожзам, швейная машиночка. Здесь у нас Герман хомячит. Так, дальше тумбочка с бумагой. Так, здесь у нас бумага в основном зарубежных производителей. Это 7 Dots у нас здесь. Обе Студио есть. Это тоже от Мариночки подарок мне пришел. Вот, так. Здесь у нас Summer Studio, в которой я являюсь членом дизайн-команды. Здесь вот различные коллекции. Так, здесь у нас, здесь у нас всякие резинки и так далее и тому подобное.
Здесь у нас тоже разное. О, это, кстати, рисунок моего старшего сына. Ему сейчас уже 11 лет. Этот картину он мне подарил, когда ему было 2 годика. До сих пор храню. Так. Ну и здесь тоже различная бумага, бишеби и так далее. Тоже уголочек с переплетными материалами. Вот вроде бы и все. Спасибо за внимание.